Всем привет! Продолжаем рассказывать про поступление бензиновых генераторов марки Lifan к нам в компанию. Сегодня к обзору представляем Lifan 3500 моделька. Генератор бензиновый, стандартный, то есть не инверторный. Что можно сказать по техническим характеристикам? Размер 645 на 490 на 480. Масса 51 килограмм. То есть масса соответствует размеру. Номинальная мощность 3 киловатта, максимальная пиковая 3,5 киловатта. Если брать двигатель бензиновый по характеристикам, то рабочий объем 223, ну то есть 170F-2T, маркировка двигателя. Максимальная мощность данного бензинового двигателя 8 лошадиных сил при 3600 оборотов в минуту. Стартер ручной здесь на данной модели. Вместимость топливного бака 15, расход топлива 1,5 литра на час при максимальной нагрузке. Соответственно, режим работы при одном заправленном баке составляет 10 часов. Вместимость масла в картере 0,6, шумность 67 дБ. По органам управления здесь крышка бензобака, она с сеточкой, как в принципе на всех, но нигде не показывали, сейчас продемонстрируем. Вот здесь есть сеточка грубой очистки топлива. Поплавковый указатель уровня топлива также имеется практически, да, по-моему, на всех бензогенераторах марки Lifan. Сейчас он представлен. Ну и по органам управления здесь включатель-выключатель бензинового двигателя, который у нас запускается путем нажатия вот этой кнопки. Предохранитель, выход на 12 вольт, 8,3 ампера, вольтметр, две розетки на 220 вольт. Выключатель подачи электричества потребителю и заземления. Тут в принципе все. Стоит отметить, что все генераторы на резиновых подушках, это для меньшей вибрации и меньше шума производит данный аппарат при такой установке двигателя на подушках. Как запускается? Все аналогично, то есть включаем зажигание. Проверяем выключатель на потребителя, у нас выключен с этой стороны. Закрываем воздушную заслонку, бензокран у нас в открытом положении. И легким движением руки заводим. Открываем воздушную заслонку, в рабочее положение двигатель переходит. Что еще нужно сказать? Здесь также стоит автоматический регулятор оборотов, то есть если будет нагрузка, скажем, больше там 1 киловатта и так далее, то он будет работать уже на повышенных оборотах. Если меньше, то он, соответственно, будет работать вот как сейчас, в таком рабочем режиме. Для понимания, данный аппарат справится с такими задачами, как холодильник, обеспечит хорошую работу холодильника, то есть у холодильника максимальная там мощность пиковая, по-моему, 500 ватт при запуске, а так до 300 ватт они в среднем потребляют, даже меньше есть, если классификация там А. Газовый котел, соответственно, он тоже 300 ватт потребляет при запуске, при подачи искры. То есть если в доме, например, у вас стоит газовый котел, стоит холодильник, стоит, скажем, может потянуть несколько лампочек, он с этими задачами справится. Но вот уже если будет стиральная машина, которая 2,5 киловатта потребляет, то тут нужно понимать, что номинальная мощность данного аппарата 3000 ватт, соответственно, стиралку он уже не потянет, если будут еще какие-то приборы включены. А это так и будет, то есть в доме всегда включен холодильник, там телевизор и так далее. То есть данный вариант вот подходит для такого временного, так сказать, дежурного пользования домовыми приборами. Ну и, конечно, он подходит для выездной работы. То есть если где-то, например, строится, кто-то собирается, где еще нет электричества, либо в поход куда-то на охоту, на рыбалку, то данный аппарат вполне себе с запасом даже по мощности будет актуален. То есть все электрические приборы, такие как болгарка, там, дрель и так далее, они потребляют, ну, там, 1000, там, 1500, 2000 ватт максимум, там, 2500 ватт. То есть для инструмента где-то, если нет электричества в доступе, вот самая та модель, которая подходит для эксплуатации. Ну, либо вот для отдыха где-то провести колонку портативную, подключить, свет какой-то сделать.
в беседке там переносной и так далее. Что входит в комплект? Ну, стандартно провода идут, которые на подзарядку аккумулятора на 12 вольт, свечной ключ, ну и две вилки, соответственно, под розетки, которые мы имеем. Две штуки. И инструкция на русском языке, коробочка.